Здравствуйте, вот сами наушники, кейс от них, все в хорошем состоянии, оригинал, в комплекте не идет зарядка, берем с вами просто обычный Type-C кабель, втыкаем, бабам, все, лампочка горит. По состоянию сейчас покажу, раз заинтересовались данной моделью, соответственно, знаете, да, что через приложение, ну их можно и так подключить, но через приложение лучше. То есть берем, достаем наушники, вот, Bluetooth, видим, сразу нам определил, пишет, заряд аккумулятора 100%, соответственно, если мы сейчас музыку включим, не знаю, услышите, не услышите, они не прям орут. Имеется в виду. Вот. Соответственно, сразу приложение зашли. Название, если вдруг, я не знаю, подзабыли, или просто сами не знаете, Sound Plus называется. Ну, или просто можете в Google Play или в App Store написать Jabra. Все, нам, соответственно, все показывает. Шумоподавление замечательно просто работает. Вот сейчас. Вот, думаю, так слышно. Соответственно, состояние у них хорошенькое. Здесь единственная царапка есть. А в основном все окей. То есть вот. Кнопку нажимаем. Все без проблем на паузу стоит. Ставится обратно. Например, нажали, что подлиннее, типа, ну, как Siri. То же самое, окей, Google. То есть видим. И второй наушник также работает. Все отлично. Кейс вставляем. Соответственно, сразу же. Оп. Оп, идет отображение. Все, пошла зарядка. Наушники отключились. Приложение уже не отображается, видимо.